Ну вот, наконец-таки, собственно, и все. Осталось обшивки собрать дверей. Ну, собственно, как это все работает также. Вот перед, если кто хочет подвигать пассажира впереди сидящего, ну, мало ли. Вот и еще интересно сделано у них, как бы вот эта вся система. Сейчас мы подголовник поднимем. Ой, о, как надо сделать было. Сами все эти движущие части там зависят от того, как стоит спинка и так далее. То есть все куда-то ходит, куда-то что-то движется. То есть вот как-то вот так все это интересно. Ну, стоило оно того или нет, тяжело теперь сказать, но было точно не скучно и интересно.